Ну что, снимайте, только уже работу не брошу, буду работать. Не видели, танкисты ждут. Ничего, подождут. Война уже кончается. Мимо меня вся Европа едет, вдруг не в ту сторону поверну. Я здесь главная. Что я могу сказать? В Берлине, в центре. Глаза так забудешь. Не вдумывайся так глубоко, посмотришь. Напротив Рейхстаг. А здесь Бранденбургские ворота, которые Геббельса... Геббельса камнем, который заложил. Все равно прошли. Ну кто я? Простая деревенская девушка. Училась в школе десятилетки. Потом, когда началась война, пошла уже великий путь. Пошла путь через всю Украину, Крым и вот до Берлина. Лидия Ивановна Спивак-Овчаренко сейчас живет в Донецке. Много лет учила в школе ребят украинскому языку и литературе. Теперь на пенсии. С самого утра, вот как только встали мы на посты, мы чувствовали такое исключительное вдохновение, приподнятость. Нас наполняло такое чувство особенной гордости. Вы понимаете, вот гордости за вот эту нашу победу, за наш народ, за страну, за нашу армию, что вот мы победили такого врага, что вот мы выстояли в такой страшной войне. И стоя вот на посту у Бранденбургских ворот, ведь это площадь, понимаете, площадь, на которой проходили когда-то парады войск Гитлера. Это была площадь, где пылали костры из лучших книг мировой классики. Это была площадь, откуда вся эта коричневая нечисть ринула в Европу, ринула на нашу страну. И вот 35 лет наша страна живет без войны. Вот мы строим, созидаем, осваиваем новые земли. И вы понимаете, когда я вспоминаю, сколько сделано, думаю, что сделано очень много, но сколько же мы еще сможем сделать, если мы будем жить и дальше в мире? Ведь это самое большое счастье, мир. Это улыбка ребенка, это счастье матери, это прекрасный урожай, это новые города. И вот поэтому мы исключительно благодарны сейчас нашей партии.